Всем здорово, с вами Богдан. Сегодня будем играть в Fruit Ninja Crazy Mergidzamazu. Можно, ребята, еще поиграть? Ну-ка, сейчас открою что-то. Сейчас. Так, давайте ледяной клинок. Возьму хоть Инь и Ян. Все. Потом, ребята, в конце видео покажу, как скачать. Теперь это правда будет. Начинаем играть. Ой, ребята, что-то у меня покинуло. Да. Короче, ребята. Давайте, ребята, после игры я вам покажу. Сначала я, ребята, покажу, как скачать, а потом вам покажу самую крутую версию этой игры. Вот видите, ребята, как эта игра называется? Вот это я сейчас, ребята, и вы скачиваете. Заходите в YouTube. Пишем Fruit Ninja Crazy. Ну, где-то тут. Вот. Ну, пишем вот так. Вот. Давайте вот так напишем. Вот так вот. И вот, ребята, я вот такую скачал игру. Заходим. Все. Все, пауза. Ой, вы нажимаете вот туда. И вот, ребята. Долан-то пока, вот она. Нажимаем в эту папочку. Мега. Правильно мы все делаем. Это, короче, ребята, Zip. Zip Fruit Ninja. Вот такое, ребята, я вам скачаю. Вот это. Вот, вот как будто у вас, ребят, загружается папочка. Вот, папка. Загружается, видите? Сейчас, ребят, на паузу поставим. Когда закончится, я вам скажу. Еще немножко. Все, готово. Нажимаем сохранить файл.
Вот, и нажимаем скачать. Ну, давайте, ребята, чтобы больше не показывало это. И нажимаем вот туда, скачать. Все, ребята, у вас загрузился как будто вот эта игра. Вот, то есть, это папка zip. Открываем, ребята, эту папку. Вот, предварительный просмотр архива. Вот. Вместо чего, ребята, мы это ничего не делаем, ничего не нажимаем, только нажимаем на вторую, вот эту папку. Все. И все, ребята, ваш Fruit Ninja в кармане. Но это, ребята, у меня уже скачано, поэтому не буду еще раз вам скачивать. Вот. Короче. Давайте я вам покажу, что вы в игре прикольные. Да. Там, смотрите, ребята. Вот мы пока покажем вам это. Смотрите, ребят, видите, все клинки открыты и все фоны. Например, возьму вот такое. И, например, возьму вот такое. Здесь вот такое, я хочу вот такое. Мне очень это нравится. Да, ой, давайте музыкальный клинок, я очень люблю эту. Давайте. Теперь, ребята, сначала, ребята, приступаем к классика. Смотрите, вот, видите, это какие-то денежки, сейчас, ребята, все будет. Вот, ребят, смотрите, видите, какие-то бомбочки, видите, ребят. Да, ребята, должно быть, ой, ладно, все, это убираем. Вот. Я, короче, не буду это показывать вам следует. Я потом. Давайте, ребята, это уберем. В классике тоже. В ден режим тоже. Там также. Но там, смотрите, ребята. Критик. Только одни критические удары. Смотрите, ребята. Вы это видели? Да, ребята, это очень круто. Ой. Тогда это убираю. Все. Теперь, ребята, приступаем к аркад. Аркадный режим. Если, ребята, меня покинет, будем заканчивать. Ребята, короче, будьте осторожны. Короче, ребята, будьте осторожны с этой игрой. А то, ребята, у вас что-то будет неправильное. Если, ребята, вы слишком плохо к этому относитесь, он, ребята, может у вас покинуть. Вот, и если вот так вот сделаете, вот, смотрите, почти покинул меня. Он потом меня покинет, вот. Он также у вас будет это покидывать. Если вы будете вот так вот плохо относиться к этой игре. Вот пока у меня все там хорошо. Вот так вот. Короче, это крутая игра. Но надо быть с этой игрой осторожной. Чтобы, ребята, он вас не покинул, надо нормально эту Fruit Ninja играть. Вот. Вот, ребята. Вот это, ребята, игра самая крутая. Вот так вот, ребята. Ребяточки, вот так вот. Все. Вот, смотрите. Мне пока все там хорошо.
Ребята, почему-то у других каналов эта игра зависает, кроме меня. Мне кажется, Ghostbusters тоже у меня не будет лагать. Не знаю. О, смотрите, что там падает. Это бомбочки. Крутая игра. Тихо. Вот так вот, ребят. Прикольно, ребята, так делать. На, нихера, ничего себе. Вот так вот, ребята. Тихо. Вот так вот, ребята. Смотрите. Вот так вот, ребят, делайте, чтобы вас, ребята, не покинул. Ничего себе. Да, ребята, у меня покинуло. Ну, на этом все. Да. Это, ребята, игра самая крутая на свете. Вот. Очень крутая, ребята. Подписывайтесь, ставьте лайки. А с вами был я, Богдан. Хакер. Всем удачи. Всем пока, ребята.